переключусь. Водись, что не забудешься. А вот. Мне нравится, как сделали этот теплый воздух, там, красивый, когда запустится. Ну, да, еще бы это оставался бы. Ну, наверное, это в один момент заведение, да. Потом... Да. Мне кажется, если постоянно. По FPS, наверное, будет. Форсажных режимов, при этих максимальных, чтобы. А, да, согласен. Не хватает. Че, дверь башните? На сейчас еще Фьюфилд. Целая куча самолетов садится. А ты где, на какой? На светлоярке? На светлом, да. А, там да, там целая толпа. Так, пошел в разбег. Чтобы пока на полосе выкатить. Полный бак возьми. Я уже. Ну вот ты уже спешишь, да. Тогда 80. Ну, блин, перезаходите, будет валов не падать. Там оставалось 4 лавки, все. Ну и нормально. Я особо на лавках не летаю. Да, я пытаюсь. Так. Справа, сзади. А. А чё, что, перезаходить? Там прям самый край Сталинграда, да, цель? Я, кажется, вижу. Вижу 4... А, подожди, 3 контакта у нас справа. Посмотри. Справа? На час у меня, да. У тебя да, тоже на час. Да. По правому крылу вставляем. А что-то большое похоже. Но это по-любому бомбардировщик, просто я не пойму, каги может на пешках. Это Хенкели. 3 штуки. Набираю да. Высоту. Атакую сначала в бок последнего пытаюсь. Принял. Я тогда второго сзади. Да, это Хен. Стреляет, сука. Твоего же дублирую тогда сбоку. Делаю разворот и иду в атаку. Ты протоковал уже? Нет, я еще только спускаюсь. Тоже на него же захожу. Давай, заходи тогда, я поднырну и на следующего. Это вы в каком квадрате, кстати? Сейчас. Прямо возле Сталинграда шифте. Они прям к цели подходят. Понятно. Блять, мне баг прохуячил. Ты попал всего, нет? Попал, ну, блять, что-то я кривенько попал. Так, зены заработали. Кот, я правее чуть впереди. Они уже к цели. Ну, да, они уже на цели. Ты за своим, да, также принял? Да, он все равно летит. Поэтому надо добивать, чтобы... Блять, они не должны с горизонта скинуть, это точно. Так, это 72-е, они должны... Всё попало. Так, я своему очень хорошо надавал, но... Блять, мне двигатель христанули. Но ты его зол. Я зажёг, да, одного. Сейчас второго, если что, тараном захерачу. Не, я хожу на последнего. Мой там тоже чуть есть. Принял. На твоего тогда продублирую. Мне удобнее так будет перевернуться. Не вижу. А, вижу. Блин, без БК, парни. Без БК. У меня двигатель встает. Я без БК. Ну что ты? Тарань. Тогда ты давай. Или ты, или я. Я на... Таран не серьезно. Не, таран не серьезно. Он очень подтвержденный. Шифти, вы далеко, нет? Летели. Но этот уходит, твоя уходит назад. Да, а они да, на да. Кто высоте? Мой не долетел, мы двух успели забрать. Высота, ну, не, 3000. Ой, стрельба вижу. Все, я захерачил ему руль высоты, но там половинку. У меня двигатель встает. Все, уходим. Я ухожу. Меня уже троит, я не долечу. Давай, ходи так. Я отсюда же два квадрата. Может, дотянешь? Да, если он на 3000, блядь, ты дотянешь.
Так, ну тот тоже хорошо подбитый, второй. Твой последний. Все, зашел у меня этот. Уменьшаю шаг. Вот гризли засчитали. Да, мы еще видим летит, но он ушел. А квадрат? Да, он просто там... Край Сталинграда. Да, прям край Сталинграда, они прям нацелены. Да, сейчас увидим. А, и вот там же и находимся. Они, мы их добили, планируем. Вон они дымные, да, то есть с края Сталинграда их видно. Вот дымный. Твой, который в последнем, который шел, вот я ему что-то отстрелил, прям хорошо отстрелил. Так, сажаю на речку. Не могу, а как цель выглядит? Командный вокзал какой-то? Ой, а там пипец, там даже не там, это, да, не разберешь. Там, да, прям квадраты такие, ну, более темные они такие, как бы квадраты такие. Ладно, в общем, здесь никого нет, на краю Сталинграда. Там работали зены, работали, кто там маленький, типа, мессеры ходили. Ага, инверсии, это неприятно. Отойдите просто, инверсии бомбить не буду. Как вариант. Чё-то не понял, ну ладно. Так, я уже вижу аэродром. О, я проваливаюсь под воду. Под лед. Выпрыгивай быстрее. Вам под лед нельзя, на лед нельзя садиться, да? Да можно, по идее, но вот он прям у меня исчез на глазах. Прям кого-то тонет. Ну там мелко, хвост остался наверху. И причем я когда коснулся, меня сразу через шасси, как будто это, скопотировал и через голову. Почему? Я тоже, кстати, когда на лёд садился, скопотировал. Наверное, может, что-то доработали, нельзя уже.